Hello, everybody. Unit 7. English grammar. He, she, it. Всем привет. Урок 7. Английская грамматика. He, she, it. He. He переводится он. Он, то есть человек, он. Маленький мальчик, он. Мужчина, он. Дальше. She. She – это она, тоже человек. Маленькая девочка, женщина, she, она. It. It – это оно. Оно – это могут быть растения, там, деревья, домашние растения, цветы, даже то, что вроде бы живое. Неодушевленные предметы, диван, звезда, стол, пол, ручка, все что угодно. Это будет оно по-английскому. А также оно будут животные. Коты, собаки, хомячки, все будут оно. Но если у кота или собаки, или какого-то еще вашего домашнего животного есть имя. Понятно, что у домашнего животного есть имя. То это будет он или она. Уже можно будет говорить he или she. Но если это какое-то животное с улицы, мы его не знаем. Для нас это оно. Урок окончен. В следующий раз мы выучим he, she, it плюс is. Bye-bye.